среду в Самарской области пасмурно, временами дожди. Температура днем плюс 22-24, ночью до плюс 16. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. В Сызрани днем небольшой дождь, плюс 22-23, к ночи плюс 15. Ветер северный 2 метра в секунду. В Тольятти днем дождь, плюс 22, плюс 16 ночью. Ветер северный 2-3 метра в секунду. В Самаре днем пасмурно, временами небольшой дождь, плюс 23. К вечеру плюс 15. Ветер северо-восточный 2-5 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Температура воды в Волге 16 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.